Привет всем, привет, привет, с вами Лига Music Wars. Сегодня, как бы, ну, стандартное видео по открытию ключей, но массово я его не буду так, как все остальные делать. В общем, я, ну, остановлю на паузу, по подведению тегов, скорее всего, скрины поставлю. Это, наверное, будет намного интереснее, что-то интересное. Ну, а так, самое начало, как бы, 40 тысяч звезд. Ну, то есть, это... Нормально. Дальше рингов, ребят, 2. Ну, то есть у нас... Ну, что тут еще? Так, генетики 39. Шао 127. И ангарный расход, ребята. Ангарный расход. Ну, тут 21, 3, 5. То есть, ну, так примерно. Примерно, короче, видно. Плюс чипов у нас 37, 910. На колесе... 25 493. В общем, все есть, начало как бы на видео положено, и дальше открою, ну, то есть, и посмотрим уже результаты, ну, то есть, сравним, так скажем, цифры тоже выведу. Это наверное будет долго, так каждый раз перелистывать туда-сюда, смотреть, а возможно, что сделаю открытие золотых ключей как раз на видео. Ну что, наверное, к открытию золотых и подведению итогов. Ну вот, спустя какое-то время, так как сказать. В общем, все ключи я открыл. Несколько скринов хороших, ну, я запущу, чтобы можно было посмотреть. Вот так запущу. В общем, ну, неплохие есть моменты, по крайней мере, выпало несколько арконов. Там по 1000 торнов выпало несколько раз тоже. Ну, то есть, так хорошо себе. Ну, осталось вот 8 золотых. И после можно посмотреть, уже сравнить все результаты. Итак, 4000. Нормальненько. Ну, лучше бы 9, конечно. Ну, это фигово вообще просто. Ну, хотя тут так себе, конечно. Ну, лучше бы торны. Сейчас вот торны нужны будут на подарки скручивать. То есть, вот это, ну, как бы не играет такой роли. Какой-нибудь аркончик бы хороший. 2300, блин. Дайте 10. Лучше 9 с копейками. Давай. Ха! Ну, 5. 5 уже хорошо. 5 уже нормально. Так, и еще. Ну, это вообще полное фуфло, конечно. Хотя предмет студии очень халявный. Очень классный. Итак, ну, еще. Ну, это тоже фигово. 2400 тут. Бои, там чипы, фигня, короче. Вообще никакая. Ну, и последний ключик. Тоже гора чипов. Кстати, кто-то радуется чипам. Ну, то есть, мне неинтересно сейчас. Итак, у нас того выпало. Здесь у нас еще 8, короче, боев. Тут дофигища. 9 энергетиков вот выпало. Ну, тут ключи, ладно. Ключи — это фигня. 1000 звезд вообще ни в какую рамки не полезет. 77. 50 тысяч примерно упало. Так, генетики, ну, почти несколько тысяч, ну, нормально. Ну, генетика, здесь тоже, кстати, до 10 тысяч. Ну, хорошо, кстати, так прям, браво. И ни одного ринга не упало. В общем, ну, если честно, не сильно хорошо выпало. Хотелось бы побольше. Ну, вот так вот, вот у нас с рандомом на этом. Ну, арконы выпали, кстати, неплохие. Да, кстати, арконы сейчас покажу еще. Сейчас покажу арконы. Вот 127. Вот выпали вот такие аркончики. Ну, сейчас я посмотрю. Скорее всего, они уйдут на питомцев. Мне-то они сильно не нужны. Ну, ладно. Давайте. Всем счастливо. Это, так скажем, подготовка к 9 числу и открытие подарков. Надо иметь еще торны. Еще буду скручивать. Но не сейчас. Надо чуть-чуть рубинов подкопить на перекрут. Потому что все рубины уходят на биржу. Давай. Счастливо. Счастливо. Меня, конечно, поймут не все. Это дурак вообще. Я давно зависаю. Где? В этой игре. Ага. Я не сумасшедший, на голову не больной. Я игрок World of Tanks простой.